Друзі, радий вітати всіх, хто разом з нами. Ми на YouTube-каналі «Фабрика новин». Перед цією розмовою прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку і прокоментувати. Залиште коментар під цим відео. Мене звати Юрій Бібіт. Буду спілкуватися на найближчий час з паном Джоном Ербстом, дипломатом, п'ятим надзвичайним і повноважним послом США в Україні. Господин Карт, рад вас привітати. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что нашли время выйти к нам на связь. Я с чего бы хотел начать. Значит, президент США Джо Байден считает возможными переговоры со своим коллегой Путиным, но только если будет намерен закончить войну против Украины. Далее цитата. «Я готов поговорить с Путиным, если действительно в нем есть заинтересованность. Он ищет способ закончить войну. Пока он этого не сделал». Конец цитаты. Дальше. Реакция Кремля. Как мы понимаем, Кремль не готов принимать условия для переговора с Вашингтоном. Россия не планирует забрать свои войска из территории Украины. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Значит ли это, что сейчас, на текущий момент, никакие переговоры невозможны, если стороны реагируют соответствующим образом? Я думаю, что мы не увидим скоро настоящие переговоры между Кремлем и Западом, или между Кремлем и Украиной. Почему? Ну, потому что цель путиновской агрессии остается взять под контроль политическую судьбу Украины. И, безусловно, Украина готова, клоняться перед Кремлем, и Запад не готов помочь Кремлю взять под контроль Украину. Мы поддерживаем Украину в их войне против российской агрессии. Вне каких-либо сомнений. Но здесь, знаете, поводом для размышлений служат следующие заявления. И не просто комментарии или ремарки в СМИ, но заявления мировых лидеров, в том числе господина Макрона, который не так давно после встречи с Байденом сказал о том, что тлеет какая-то надежда на эти переговоры. Далее вот сегодня заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в разговоре с премьером Британии Сунаком высказался за возобновление усилий по созданию условий для переговоров между Украиной и Россией. Вот эти месседжи от президентов, они о чем вам говорят? Слава Богу, что мягкий подход Макрона не характеризует вообще американскую политику или вообще западную политику. И мы знаем, что президент Эрдоган колебается. Иногда его политика характеризуется силой и мудростью, и потом есть время, когда нельзя так и характеризовать его политику. Так, хорошо, ну, то есть я правильно понимаю, что сейчас никакой почвы для переговоров нет? В России заявили, мы убирать свои войска не будем. Байден сказал о том, что мы готовы к переговорам, только если это произойдет. Но другие лидеры заявляют о том, что, слушайте, мы как-то вот сейчас думаем, размышляем, собираемся, и каждый раз после какого-то телефонного разговора, после какой-то встречи и так далее, говорят о том, что вот мы очень надеемся, что переговоры состоятся. Выглядит очень подозрительно, на самом деле. Ну, нажал. Есть люди, которые не могут трезво рассматривать ситуацию. И, безусловно, если все нормально, мы все хотим мир. Но когда речь идет о настоящем агрессоре, когда речь идет о человеке, которые готовы развязать очень варварскую войну, чтобы достичь своей цели. Разговор о переговорах, не разговор, мысль о переговоре – это просто иллюзия. Это люди, которые так и видят, и так и говорят, они просто обманывают себя. Как вы считаете, как дальше будут развиваться события вот в этой политической плоскости? Значит, в сторону переговоров? Ну, в том числе, не знаю. Ну, мне кажется, что опять, для людей, которые, для которых трудно справиться с реальностью, мы всегда увидим такое желание, такое намерение.
Но трезвые политики должны справляться с настоящим миром. И для них это не время для переговоров, потому что, опять, цель Путина, цель Кремля еще является контроль над Украиной. Да, безусловно, тяжело не согласиться, но вот сегодня, значит, появляются новости, которые, я не знаю, о чем они свидетельствуют, вот вы мне, пожалуйста, скажите об этом. Речь идет о Запорожской области и о контроле над Запорожской атомной электростанцией. Это самая большая атомная электростанция в Европе. И сегодня появляется информация о том, что, в принципе, россияне могут уйти с территории атомной ОАЭС, отдать ее под контроль Украине, но взамен безостановочная прокачка нефти и газа по территории Украины. Что вы об этом думаете? Решение в ответ в это предложение, это решение для руководства Украины. И я понимаю, цель для Кремля этого предложения, но если Киев решает, что этим образом Путин старается получить угоду от агрессии, поэтому Украина не может согласиться на предложение, я это понимаю. Я просто не знаю, например, как я бы поступил. Потому что, с одной стороны, сейчас россияне контролируют Запорожскую АЭС. Ну, вы понимаете, какой важности это объект, да? И то, что сейчас там происходит, это, ну, явно не приближает мир к лучшему. Бесконечные обстрелы и так далее. Вот. С другой стороны, Кремль, как сообщают анонимные источники «Медузы», это российское либеральное издание, собственно, которое сообщило вот об этом, заинтересовано максимально в том, чтобы продавать свои энергоресурсы. Я бы вот с какой стороны хотел зайти. А можно потребовать чего-то большего, например? Например, прекратить обстрелы украинских энергообъектов. Окей, вы уходите, мы берем под контроль, мы соглашаемся на прокачку ваших нефтегазоресурсов, но при этом вы прекращаете обстрелы энергетических объектов Украины. Опять, это решение для президента Зеленского и его команды. Мне вот интересно, как вы думаете, что вы думаете по этому поводу? Я вижу привлекательность и опасность этого предложения. И вообще мой подход такой. Такие вопросы должны быть решены не украинскими друзьями за границей, а украинским народом и под руководством своего президента. Спасибо за максимально дипломатический ответ. У меня есть в таком случае уточнение. Значит, хорошо, если Кремль так заинтересован в прокачке своих энергоресурсов... Но пока мы не знаем, реально ли это предложение. Да, да, это правда. Мы не знаем этого. И мы не знаем, что Кремль очень часто употребляет разные инструменты, чтобы выдвигать некоторые предложения, когда они сами не собираются одобрить такие предложения. Да, это правда. Доверять врагу точно нельзя, тем более такому врагу, как Россия, потому как опыт, к сожалению, очень горький. Он свидетельствует о том, что они никогда практически не соблюдают то, что подписывают или то, что обещают. Значит, ну хорошо, если Россия так заинтересована в том, чтобы продавать свою нефть, газ и так далее и тому подобное, в таком случае возникает простой вопрос. А кому они собираются ее продавать? То есть на кого рассчитана эта прокачка? Сегодня страны Евросоюза в том числе согласовали механизм потолка цен на российскую нефть, $60 за баррель. Ранее
значит, уже все законтрактовали с другими поставщиками поставку газа, понемногу, потихоньку отказываются от российского газа, тогда какой прок, да, какой смысл в этом? Но я, конечно, недолго размышлял об этом предложении. Но вполне возможно, Кремль так и понимает это предложение. Если бы Бакова дала добро на это, они могут употребить такое решение, чтобы убедить европейцев еще раз или в будущем покупать российскую нефть и российский газ. Это вполне возможно. И вы считаете, что ЕС на это пойдет? И Штаты тоже? No. Я сейчас говорю о том, как они могут думать об этом. Хорошо, но вот положим, что так и выйдет. Да, конечно, мы это все понимаем. Но, предположим, логика такая. В этом есть смысл, большой смысл. Но в таком случае пойдет ли на это ЕС и США? Я надеюсь, что они не пошли бы на это. Но это все гипотез. Поэтому я не знаю точно, как такое решение с украинской стороны влияло бы на европейскую политику и на американскую политику. Хорошо, смотрите, тогда еще один очень важный нюанс. В рамках этого решения об установлении потолка на цен на нефть есть некие опции, так называемый переходной период. Если у нас будут проблемы, звучит это все очень просто. Если у нас будут проблемы, есть 45 дней для того, чтобы продолжить импорт российской нефти. В случае чего мы можем его, например, увеличить и так далее. Скажите, пожалуйста, как дипломат с громаднейшим опытом, это трактовать с какой стороны и как? То есть это месседж Путину. Смотри, дружище, у тебя не так много останется денег, не так много ресурса для того, чтобы воевать, если мы перестанем покупать энергоресурс. Или же это просто страховка. Если у нас не будет альтернативы, мы всегда сможем обратиться. Как это называется, на ваш взгляд? Это очень-очень небольшие нюансы. Трудно предсказать. Я просто сейчас не могу ответить на такой вопрос, на жаль. Хорошо, давайте тогда вернемся к Соединенным Штатам и, в частности, к еще одной замечательной, просто потрясающей инициативе. Она связана с тем, что группа сенаторов внесла в Конгресс законопроект о признании российской частной военной компании «Вагнер» иностранной террористической организации. Давайте предположим, что решение принято, оно проголосовано. Что это значит? Что это дает? Но если бы мы так и назвали эту группу, то после этого мы обложили бы санкции на всех участников в этой группе. И на мой взгляд, это было бы правильный шаг, и эффект был впечатляющим. Что бы он предусматривал, этот эффект? Вагнер – террористическая организация, террористическая группировка. Что это значит? Что санкции будут касаться всех руководителей, что они будут невъездными, что счета будут заморожены, что на них будут охотиться, я не знаю, если террористы, тогда уже легенда. Да. Если бы мы приняли такое решение, да, было бы труднее, может быть, даже гораздо труднее для этой группы работать за границей, вне пределов России. Это было бы хорошо, конечно. Это было бы потрясающе, но, понимаете, да, конечно. Просто откуда-то ведь берется оружие, откуда-то ведь берется комплектующие, различного рода технологии и так далее и тому подобное. Значит ли это, что в том числе на такие вещи было бы табу, был бы запрет? Ну, я просто было бы труднее для них действовать. Им нужно было бы в таком случае получить свою помощь
только с России, а не с других стран. Речь идет о всех шагах, которые надо взять, чтобы работать, скажем, в середине Африки или в других местах. Скажите, пожалуйста, уважаемый господин Херст, вы следили за саммитом представителей НАТО? Более-менее. Что вы думаете по итогу? Что можете для себя выделить? У меня просто есть несколько мыслей на этот счет. Это касательно и Украины, и будущего Украины в НАТО, и в отношении военной помощи, того, что было обещано, и что, к сожалению, о чем писали в прессе, но, к сожалению, сейчас нет подвижек в этом направлении. Что думаете? На мой взгляд, два важных момента. Прошу вас. В саммите. Первый момент – это то, что помощь НАТО для Украины, это помощь большая, остается, так и будет, надолго. Второй вывод, что, нажал, политика НАТО по поводу возможного членства Украины в организации не меняется. Я думаю, что наступит день, когда этот подход, подход НАТО, меняется. Но пока не подходил. Да, мы просто вот думаем, что должно произойти, чтобы этот день скорее уже пришел. Нажал. Я вижу связь между большим поражением для Кремля в Украине. Тогда зачем Украине НАТО? На мой взгляд, главная причина для подхода НАТО к Украине – это боязнь нескольких членов НАТО России. Несмотря на слабость, на российскую слабость, которую мы видим сейчас в их пока неуспешной войне против Украины. Хорошо, давайте тогда по порядку. Вот, например, Йенс Столтенберг сказал о том, что сейчас возможность предоставления Украине систем Патриот, о которых ранее очень активно писали в прессе, не рассматривается. Да? Вот по состоянию на текущий момент такой возможности предоставить такого вида вооружения, а систем защиты нет. Почему? Это же не членство в НАТО, это не эскалация, это защита. На мой взгляд, главная причина здесь – это то, что не хватает патриотов вообще. Что есть и не хватает числа патриотов сейчас. Уже несколько лет, даже до этого глобального российского вторжения в Украину в этом году, члены НАТО ждали этой системы. Но мы видим, что, и это не сюрприз, бомбежка российская, грабанная российская бомбежка в последние два месяца уже изменила подход Америки и других западных держав на поставки Украине противоракетной и противосамолетной системы. Это хорошо. Но я тоже не удивился бы, если бы когда-то, не в дальнейшем будущем, тоже Запад решает, несмотря на то, что число не хватает, посылать Украине патриоты, потому что вам, конечно, они очень нужны сейчас. С этими не поспоришь. Но видите как, тут думали о том, что сначала будет авиация, об этом тоже очень писали. И все украинцы в надежде ждали каких-то положительных новостей о соответствующих решениях. Но потом не ко времени, да, не на часе, я кажу, у нас в Украине. То есть сейчас это невозможно сделать. Потом патриоты. Мы думаем, наверняка точно будет. Столтенберг говорит, не на часе, вот не сейчас. А вот коли буде на часе, да, вот когда будет уже время, когда все необходимое вооружение, системы защиты? Я не могу
точно ответить на ваш вопрос. Вот интересно, логика. Но, вот чем руководствуются эти люди, которые вот так говорят? Просто логика, логику хочу понять. Часто, может быть, почти всегда, политика страны и политика людей не зависит в первую очередь от логики, а от общего подхода к проблеме. И мы уже видим динамику администрации Байдена. Они немножко поздно, они немножко робко относятся к просьбам Украины. Я имею в виду к просьбам для оружия. И динамика такая, что сначала администрация говорит «нет», потом через какое-то время, после, скажем, какого-то нажима с Конгресса, какой-то критики от публики и от новых варварских шагов России, администрация решает посылать то, что раньше они не были готовы посылать. И эта динамика продолжается. И вот почему сейчас, наконец, вы получаете эти системы противоракетной системой. В прошлом вы не получали. И, наверное, когда-то, я не знаю, когда точно, мы решаем посылать вам патриоты. Но, на жаль, я согласен с вами, мы пока не готовы это делать. В таком случае, как будут развиваться события далее в контексте помощи Украины, в контексте смены власти в Соединенных Штатах Америки? На мой взгляд, наша американская поддержка для Украины не меняется, не ослабляется. Мы все знаем, что есть одна часть Республиканской партии, которые вообще не разбираются в американских интересах, и поэтому которые не готовы продолжать дать столько помощи Украине. Но мы знаем, что та часть Республиканской партии, мягко говоря, не добилась успеха в наших выборах. И поэтому они хоть немножко слабее сегодня, чем они были месяц тому назад. Поэтому я не ожидаю рост их влияние в этом году или в следующем году. То есть, по сути, даже при контроле над Палатой представителей вы все равно ожидаете незыблемую, стабильную поддержку Украины, невзирая на то, что к власти в том числе пришли представители партии, которые ранее декларировали, ну, я не могу сказать, знаете, у нас есть такое слово «зарада». Нужно помнить, что сейчас или и в этом году примерно 75% республиканцев в Конгрессе голосовали именно за громадную поддержку, громадную помощь Украине. И это число не уменьшается в результате этих выборов. Спасибо вам огромное за это интереснейшее интервью. Спасибо, что нашли время присоединиться к нам в эфир и расставить акценты в рамках всех тем, которые я предложил вам к обсуждению.